Привет, друзья! Продолжаем тему пайка. Один из моих подписчиков насмотрелся видео, как я пытался паять медь, и прислал мне сплав для пайки меди. Сказал, что это медно-фосфорный сплав. К сожалению, я потерял его контакт и не знаю, как сказать ему спасибо. Если он смотрит этот видос, то нехай в комментариях что-то там напишет. Я оставлю тогда ссылочку на его канал, если он есть. Так, а мы сегодня попытаемся что-нибудь спаять. Да, кстати, прислал немножко флюса. Вроде бы это должна быть бура. А сейчас мы попробуем чего-то к чему-то припаять. Вот такая железяка, кусочек кирпича, кирпич обыкновенный. Так, и сейчас мы попробуем чего-то сделать. Не уверен, что что-то получится, но попробовать надо. А оно уже плавится. Нифига себе, припаялась нержавеечка. Сейчас она остынет, и мы посмотрим, что у нас получилось. А припой очень такой жесткий, упругий, но плавится легко. Ну-ка, ся, а не тут-то было. А оно приклеилось. Что делать? Что делать? Что делать? А вот что делать. Еще горяченькое. Сейчас мы попробуем его обломать. Чик. Чик. Обломалась. Продолжаем наш эксперимент. Так, возьмем еще две монетки. Здесь у нас имеется вот такой квадрат. И продолжим. Папочка.
остынет. Ну-ка ся. Попробуем обломать. И это делаем вот так. А не тут-то было. Нет. Ну, сломать можно. Сейчас давайте попробуем спаять другой металл. Гвоздь советский, обыкновенный. Здесь у нас кусочек меди. Так, и кусочек латуни. И это делаем вот так. И это у нас твердый сплав. Вольфрама кобальт. Давайте мы его как-то вот так. Так, поехали. Немножко флюса. Не судите строго. Я в этих делах пока еще не спец. Я только пытаюсь освоить. Этот товарищ обещал мне прислать видео. Ссылочку на видео, как правильно. Но пока не прислал. Пока до всего дохожу своим умом. Флюса. Продолжаем. Подождем. Что это паленое? Паленое? Это тебе показалось. Нет у меня здесь паленого. Ну-ка, ся.
Не появляется интернет? Нет. Интернет пропал. Как это отодрать? Кто знает. А, вот оно и отодралось. Так, давайте посмотрим поближе. И попробуем обломать. Так, это у нас латунь. Не тут-то было. Приплыло отлично. Это у нас, кажется, медь. Отлично. Не отдирается. И это у нас твердый сплав. Опаньки. Нержавеечка отвалилась. А ВК-шка ни туда и ни сюда. Припаялась нормально. Гнется гвоздь. А пластина держит отлично. И это для меня очень важный момент. Потому как я понял, можно паять пластиночки. Сейчас я попробую напильничком. Сейчас мы посмотрим, какое оно внутри. Сверху желтого цвета. Напильник берет плохо, скользит. Да, отличненько, желтого цвета. Плавится очень легко и держит очень крепко. Ну, как-то так. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Большое спасибо за подарок. И до следующих видео. Всем пока. Буру мы всыпем в эту чашечку, а чтобы не высыпалась, мы ее немножко расплавим. И будет все окей.